Ну, народ, всем привет! С вами вновь я, только я уже не в белых кроссах, а в белых кроксах. Люблю белую обувь. Обещал вам показать мыс Песчаный. Конечно, весь не покажу. Самую Клюбничку тоже. Погода сегодня нас порадовала с самого утра. Клюбничка, кстати, про которую я тут заикнулся, была вон там, две девочки-нудистки. Причем так стыдливо они прикрылись, когда мы проходили мимо. Вот краткий обзор вам. Читал про мыс Песчаный, всякое-всякое, что грязно, коптяжки и тому подобное, нет туалетов. Ну, и, ребята, это жилой мыс, который сейчас относится непосредственно муниципалитету Владивостока. И здесь есть база отдыха, она находится где-то вон там за заборчиком, вот рядом с паромной переправой, насколько я не ошибаюсь. И как бы там бассейны, ну, народ нахваливает. Вот с другой стороны, если вы увидите, вот там вот за мысом тоже есть пляж один. Вот он прям засранный. Мы туда сегодня подъехали, и, ну, было как-то не очень. То есть люди не выбрасывают за собой мусор, это проблема. Но можно отдохнуть там с палатками, там песочек, так довольно-таки широкая береговая линия из песка по сравнению с местом, где я сейчас. Вот такой вот берег, камушки. И несмотря на то, что вчера был дождик, кстати, море довольно-таки чистое. Единственное, что, конечно, повыбрасывало, опять же, мусор. И здесь, кто знает про это место, я не знаю, местные, не местные, ну, выкинули, конечно, свои бутылки, и народ писал про коняжек, ну что хули, знаете, вот такие вот. А так пляж очень радует, на самом деле чистая вода. Единственное, что сегодня нет волн. Не особо активно вел блог, хотя и сейчас не особо активно его веду. Волны прям радовали, мы плескались, мы прям хорошо отдохнули. Вот. Вода теплая. У нас конец августа, конец лета, но купаться будем еще как минимум месяц, может даже больше. А там Владивосток. Кстати, Владивосток, да, вот он. Вот где-то там, где-то на берегу, где-то вот там. Оттуда мы наблюдаем закаты красивейшие. И можно увидеть мыс Песчаный. Я, по-моему, в одном из материалов это говорил. Там вы можете увидеть пики Золотого моста, Золотой Рог там, или как он называется. Там же где-то на остров Русский. Причем здесь, почему море чистое, здесь оно больше открытое. Если вот я просто не вижу, что солнышко светит, вы увидите. Дальше все, открытое море. Здесь очень большая редкость даже встретить корабль на рейде. Они потому что все стоят где-то вот там. Вот их, ну, мне видно очень плохо, а вам не знаю. Ну, вообще, как-то вот это мыс Песчаный, один из наших мест. Здесь есть, что хорошо порыться.
и поискать вот во всех вот таких камешках, вот здесь. И вот тут поискать, то можно найти даже гентай. Или для тех, кто увлекается эзотерикой, можно собрать целый набор. Здесь встречаются вот такие вот камешки классные, вот, с такими креплениями. И люди могут увидеть как бы для себя кое-что такое потустороннее. Также вот такие вот стеклышки, понасобирать их, выдавать какие-нибудь артефакты, как на бухте стеклянная. Многие люди устраивают бизнес, типа продают. Это их личное дело. Ну, а я пойду пока отложу телефончик и скупаюсь, ребята. Всем привет!